Всем привет, друзья, и добро пожаловать в такую игрушку, как Бравл Старс. Я наконец-таки достиг отметки в 3000 кубков, это первая новость. Но вторая, ребятки, я накопил дофигища просто сундуков, и сегодня мы их все будем открывать. А также, ребятки, для бонуса я приобрету себе, естественно, Battle Pass, и с помощью этого, точнее, Бравл Пасса, я открою еще, ребятки, больше наград и сундуков, то есть выпуск сегодня будет реально насыщенным. И, ребятки, конечно же, перед началом моего просто масштабного открытия попрошу вас влепить свой лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новые видосики не пропускать. Всем, конечно же, приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра, но мы с вами начинаем. Поехали! И знаете, что хочу, ребятки, сказать? К сожалению, да, я не дошел еще до конца этого всего Бравл Пасса, но я реально играл много, я реально копил, фармил. И, кстати, сегодня мы еще получим с вами нового персонажа, точнее, даже нескольких, а возможно, ребятки, еще больше, так как у меня не только есть Бравл Пассе, но еще новый персонаж у меня есть прямо вот здесь. Вот это у нас Бо. И потом, ребятки, конечно же, в конце мы с вами сходим, поиграем, я протещу... не знаю, того и того персонажа. Короче, ребятки, смотря как получится. Но самое главное, что мы будем сегодня делать, самое главное, это мы будем сегодня с вами открывать кейсики. Давайте, ребятки, я не буду медлить, и мы, наверное, уже с вами приступим. Давайте сначала куплю, скорее всего, себе Бравл Пасс. Фух, ребятки, покупаем наш Бравл Пасс. Да, покупаем, и теперь у меня доступны абсолютно все награды. Осталось всего лишь 11 гемов. И, ребятки, теперь мне предстоит просто гигантская задача открыть все вот... О, нифига себе, мне даже скин дали, смотрите, скин на Булу. Ничего себе, да, ребятки, конечно, нас сейчас просто будет дофигища всего. Я, в принципе, к этому готов. Ну что, ребятки, погнали. Так, очки силы. Я бы, наверное, хотел прокачать себе моего хроматического бойца, именно Колет. Она реально крутая, я за нее играю. Не так уж и часто, но играю. Хорошо, ребятки, дальше у нас мега ящик. Давайте открываем и смотрим, что же нам тут выпадет. Итак, 257 монет, очки силы, дальше еще очки силы, и давайте, ребятки, дальше еще очки силы, ничего себе, еще очки силы, и, так, и что, и удвоитель жетонов. Ну, в принципе, ребятки, реально неплохо, тоже, ребятки, пойдет. Хорошо, так, 50 монеточек забираем, давайте сейчас быстренько это все заберем, все скипнем, так, давайте, наверное, шелли прокачаем, без разницы, вот так, хопа, прокачиваем, хорошо, значит, забираем вот это, и все, ребятки, наше гигантское открытие начинается. Для начала, наверное, давайте заберем награды вот здесь, вот, давайте здесь откроем ящик, кстати, для разминочки, да, тут открываем здесь ящик, сколько, 50 монет, очки силы на Кольта и на Барли. Так, хорошо, давайте, значит, кого мы сейчас вкачаем? Давайте, наверное, мы вкачаем... Давайте, наверное, Джесси вкачаем, потому что за нее, ребятки, также иногда играю, ну как иногда, тоже, ребятки, люблю за ней играть. Короче, боец реально крутой. Так, откроем дальше, еще один, ребятки, сундучок. Так, берем Динамайк, отлично. И Пока, ребятки, тоже очень хорошо. Так, монеточки 150 штук, еще, ребятки, один ящик. Просто реально дофигища наград, я это так долго все фармил. Так, еще вот это давайте заберем. Джесси, очень, ребятки, все мне это нравится. Конечно, так, еще очки силы, давайте кольта, не знаю. Еще монеточки, ребятки, 50 халявных. И наш новый боец. Новый боец. Бо, честно, ребятки, не знаю, что он делает. Он выпускает взрывные стрелы. Его супер, это установка трех секретных взрывных ловушек. Ничего себе, ребятки, вообще по кайфу. Это все хорошо. Ну, а нас, ребятки, ждет просто гигантское открытие здесь. Ну что, давайте уже приступим, ребятки, и открываем наш большой ящик. Так, монетки, очки силы на нашего нового персонажа и на кольта. Хорошо, пойдет, ребятки, пойдет. Так, еще один большой ящик. Просто здесь сколько, ребятки, мы же здесь будем открывать. Это просто реально какая-то жесть. Я надеюсь, что нам сегодня, правда, что-то стоящее прям выпадет. Хорошо, еще куча очков сил, еще, ребятки, монетки, еще монетки. Это все просто шедеврально, конечно. Нам нужны, ребятки, новые бойцы. Это прям 100%. Я сегодня очень сильно надеюсь выбить хроматического бойца. Так, и на житель... жетонов или коинов, короче, без разницы. Так, забираем еще, ребятки, ящик. Давай-ка, давай-ка сюда. Так, еще очки силы. И, ребятки, еще очки силы. В принципе, одно и то же пока что выпадает. Так, давайте мы, наверное, тоже на Джесси потратим это все. Хорошо, еще, ребятки, монетки. Капец, сколько же всего просто. Ну, это офигительно, на самом деле, открывать. Это прям очень круто, это очень интересно. И прям какой-то азарт разыгрывается. То есть, хочешь, чтобы тебе что-то нормальное такое выпало. Так, набор значков. А что это вообще такое? А, нифига себе, эмоции. Хорошо, прикольно. Так, мега ящик, ребятки. Мега ящик, погнали, открываем. Так, монетки. Эль Прима, но, походу, нового бойца не будет, да, там приметов было, по-моему, мало. Так, ну ладно, ладно, ребятки, не расстраиваемся. Так, и да, все. Окей, ребятки, окей, погнали дальше. 50 монет, так, еще один большой ящик просто, ребятки, не знаю. Сегодня мы реально, наверное, устанем это все открывать. Точнее, я устану, вы это будете просто смотреть. Так, давайте еще на Джесси опять же потратим. Да, нужно, ребятки, обязательно прокачать. Так, хорошо, обычный ящик, погнали, ребятки, обычный ящик тоже прекрасно. Монетки, очки силы и еще очки силы. В принципе, да, одно реально и то же выпадает. Так, еще монетки, еще большой ящик, поехали, поехали, поехали. Так, монетки, Эль Приму, хорошо, Барли и Рико. Нормально, ребятки, прикиньте мне,
сегодня, кстати, Леон выпадет, я прям, я буду в шоке, если не Леон сегодня выпадет, я прям, ну, обрадуюсь, конечно, да? Но если выпадет кто-то другой, ребятки, я также буду очень сильно рад. Так, 10 наших гемов, это очень хорошо, ребятки, гемы прям важная штука, я сегодня потратил, набрал пас, дофигища гемов, но нормально, нормально. Так, еще очки силы, еще очков силы, просто у нас сегодня будет дофигища. Так, еще, ребятки, множитель, давайте мы, наверное, сейчас потратим уже на динамайку, у нас вообще не прокачанный, давайте его прокачаем. Так, опять же ящик, у нас, кстати, скоро мега ящик уже будет, это хорошо. Так, здесь давайте быстренько все скипнем, хорошо. Так, давайте здесь тоже открываем, так, хоп, давай сейчас по-быстренькому, хоп, отлично. И мега ящик, ребятки, мега ящик, давайте откроем, как бы, ну, с уважением к этому мега ящику. Так, ну, что-то тут фигня, походу, какая-то, да? Блин, да, только очки силы. Ну ладно, я просто реально буду в шоке, сколько у нас под конец выпуска останется там непрокачанных персонажей. Это же реально будет жесть полная. Так, давайте быстренько открываем. Так, и что-то пока что реально, ребята, что мне так не везет? Что-то пока что реально персонажей нет. Так, давайте потратим также на какого-то персонажа непрокачанного. Вот на него давайте возьмем, на Барли. Так, еще мега ящик, ребятки, погнали, мега ящик. Давай. Кстати, здесь... Походу тоже не выпадет ничего, да? Блин, да что ж такое-то, а? Вообще, ребятки, ноль. Реально ноль что-то. Ну, блин, фигово, конечно. Ладно, погнали. Вот так, хоп, открывай, отлично. Так, большой ящик здесь что-то может реально хорошо дропнуться. Погнали. Так, ну, да, монетки. Только одна, собственно, категория очков силы. Так, ну ладно, это тоже нормально. Хорошо, на кого мы потратим? Давайте посмотрим еще, кто у нас слабенький. Роза у нас не очень-то сильно. Давайте на нее потратим хорошенько. Так, так, большой ящик, поехали. Монетки, Эль Примо, Джесси. И что? Блин, множитель коинов. Ну ладно, хорошо, пойдет. Так, еще монеточки, отлично, ребятки. Так, ящик обычный. Давайте мы это сейчас все быстренько скипнем. Вот таким вот образом, хорошо. Так, еще у нас, собственно, наши специальные штучки для персонажей. Давайте на Дерри. Он тоже, ребятки, у нас слабенький такой достаточно. Давайте его прокачаем. Большой ящик. Да там у нас снова мега ящик будет, а? Хочется мега ящик открыть. Так, когда он там будет у нас? О, у нас еще будет новый боец. Вообще, ребятки, топовый. Сегодня обязательно ее затестим. Так, давайте на Була погнали. Вот так вот, хопа. Хотя я за него вообще редко играю, на самом-то деле. Только когда какие-то челленджи, но пусть, ребятки, будет. Пусть будет. Так, это все хорошо. Блин, да что ж такое-то? Где новый персонаж, ребятки? Мне нужен новый персонаж. Давай. Еще монетки, отлично. Так, ребятки, погнали. Ящик. Что здесь у нас? Тоже очки силы. Реально, сколько мы там уже этих очков силы получили? Так, еще 125. Ничего себе. Давайте, наверное, на нашего нового бойца прокачаем вот так вот, да? Значит, большой ящик, поехали. Большой ящик, так, монеточки. Эль Примо, так, хорошо, это все отлично. Значит, ребятки, мы получаем нового бойца, Лола Разрушитель, офигительно, я реально очень рад. Использует для атаки горжетку, а в роли супера выступает ее собственное эго. Ничего себе, ребятки, вообще офигительно. Хорошо, так, и мега ящик, поехали, ребятки. Мега ящик открываем, так, Эль Примо. Роз, он, походу, тоже ничего не будет, да, блин. Да что ж такое-то, а, что-то мне вообще сегодня, ребятки, не очень-то уж и везет. Ну ладно, как бы это еще не все, так, и новая эмоция получилась у нас, хорошо, погнали дальше. Так, монеточки, Нита, Шелли, Роза, окей. Окей, погнали еще дальше. Там опять у нас, кстати, мега ящик идет, очень хорошо. Так, и, кстати, очки силы на нашего нового персонажа тоже давайте будем сейчас, конечно, все получать. И по возможности будем тратить наши поинты на нее как раз-таки, чтобы она у нас была уже, так сказать, прокачанная. И мега ящик, погнали, мега ящик открываем, хопа, давай. Поехали, так, монеточки, хорошо, очки силы на Барли, на Шелли, на Джеки, на Дерева. И что у нас там, давайте, что же это, множитель коинов, точнее, жетонов. Ну ладно, ребятки, ладно, пойдет. Так, давайте сразу же на нашего нового персонажа. Так, где она у нас? Смотрите, ребятки, уже два хроматических есть, то топово реально. Так, ну и тратим на нее, и будем, скорее всего, все остальные тратить также, ребятки, на нее. Так, еще одна эмоция, это хорошо. Так, большой ящик, поехали. Вот таким вот образом, и, в принципе, неплохо. Хорошо, погнали дальше, погнали. Блин, да что ж такое? Так, где новый боец, пожалуйста? Так, еще гема, это очень хорошо. Так, еще хорошо, забираем эмоцию. Там, это все забираем. Так, а ну-ка, тихо, что? О, новый боец, я знаю, кто это, ребятки. Я знаю, кто это Карл Разрушитель, ничего себе, так сказал прям Карл. Карл, да. Он бросает кирку, словно бумеранг. Теперь он, ребятки, примкнул ко мне, и у нас осталось совсем немножечко, да, как-то быстро пролетело на самом-то деле время. Но, ребятки, мы с вами сегодня просто повыбивали дофига всего. Конечно, я рассчитывал на большее количество персонажей. Но, ребятки, что выпало. Так, очки силы получит Джесси. Подождите, нет, какая Джесси? Я хотел на нашего нового персонажа, на нее. Да что ж такое, подождите, что за фигня? Так, где она? Вот, давайте на нее потратим. Хорошо, ребятки, все, найс, пойдет. Так, еще большой ящик, погнали, открываем, ребятки. Так, и монетки, очки силы и Брок. Хорошо. Так, и Рико. Нормально, пойдет. В финале наши 100 монеточек и финальный большой ящик. Открываем, смотрим, что же здесь. Так, 190 монет, очки силы на Бон, очки силы на Ниту, на Колет или Колет, на Барли. И, ребятки, что же выпадает? Все.
Ничего, ребятки, да. Не сильно то, что мне сегодня везло, но однако у нас 51 гем, что, кстати, у нас дальше в первом пассе будет идти. А еще есть, ребятки, дофига, да, еще дофига, так что если что, то еще один выпуск по открытию просто большого количества кейсов я, конечно же, сделаю. Так, у нас новые квесты, 1000 наших поинтов дается, и у нас, кстати, да, теперь же у меня куча квестов благодаря Бравл Пассу. Ё-моё, сколько же мне здесь выполнять, да капец, ребятки, просто. Ну, как раз-таки мне это на руку, да, нужно, ребятки, теперь окупаться, и у нас просто дофигища непрокачанных персонажей. Давайте, наверное, сейчас постараюсь их всех, ребятки, разблокировать, прокачать, и мы с вами сходим, протестим нашего нового бойца, и давайте сразу сейчас приступим к играм. Что, друзья, захват кристаллов, и, естественно, я пошел с нашим новым бойцом, и давайте посмотрим, что же она вообще у нас умеет. Так, какие у нее атаки, нифига себе, вот такая штука, ничего себе, ребятки, честно говоря, я против нее очень редко играл и в онлайне, да, и за нее, в принципе, я никогда не играл. Так, давайте сейчас того челика вынесем, а ну-ка, подождите, нафиг, хорошо, так, а ну-ка, давайте ульту заюзаем, и что я делаю, типа, я типа, вот, смотрите, у меня теперь появился клон. Да, то есть мое эго, или как там описывалось, теперь я просто всех, ребятки, уничтожаю, да, ничего себе, вообще нормально. Так, а ну-ка, на, хорошо, ребятки, хорошо. Слушайте, прям топово, прям топово. Мне боец пока что реально нравится. Так, а ну-ка, давайте Тополь Прима сейчас уничтожим. А ну-ка, 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 хорошо, ребятки, не мы забрали, но ничего страшного. Так, снова давайте ульту заюзаем. Так, идите сюда, хорошо, ребятки, забрали там Пока. У нее очень хорошая дальность атаки, это прям очень хорошо. Так, давай сейчас Эльприму тоже заберем, а ну-ка иди сюда, давай-ка там нафиг. Двоих, давайте, ребятки, двоих, ой, двоих не забрал. Да, блин, двоих не забрал, там мой тиммейт забрал, но ничего страшного, ребятки. Так, а ну-ка давайте Пока сейчас тоже заберем, хорошо, ребятки. Слушайте, мне боец пока что реально нравится, но прям какая-то имба. Так, вон там у нас куча наших людей, точнее врагов, давайте мы сейчас всех просто завалим. Отлично, ребятки, топово, топово, топово. Так, иди-ка сюда, Барли, найс, ребятки, его тоже забираем. И у нас целых 5 кристаллов, вообще нормально. Так, а ну-ка сюда, нафиг. Так, тихо, главное Эльприму близко не подпускать. Ну все, ребятки, пойдет, ну-ка давай сейчас ее тоже заберем. Хорошо, так, я не понял, что такое, мы кристаллы, что ли, потеряли или что? Ой, кстати, хп очень мало, у меня хп реально мало, черт возьми. Так, а ну-ка давайте того сейчас заберем, нормально. Только не мы опять забрали, но ничего страшного. Так, давай-ка, хорошо, ребятки, 9 кристаллов у меня уже. Капец, ребятки, я нафармил на самом-то деле. Ну-ка, на, как я не забрал сейчас, как я там не забрал этого Пока, капец. Моего тиммейта опять завалили, да что ж такое-то, а? Все, ребятки, мы с вами побеждаем, и мне боец реально понравился, но реально сильно, но, естественно, ребятки, звездный игрок. Ну что, друзья, вторая игра, и опять же новый боец, а именно боец-бой. Давайте посмотрим. А почему аутсайдера? Я сейчас не понял. Ладно, давайте попробуем сейчас, конечно же, его, ребятки, затестить и посмотреть вообще, что он умеет. Так, а ну-ка, допустим, там вижу Шелли, а ну-ка, иди сюда. Так, а ну-ка, давайте, а ну-ка, тихо-тихо. Ой, меня окружили. Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Уходим, ребятки, уходим. Нормально. Так, там завалили кого-то, но хорошо прям. Так, тут Шелли еще у нас стоит. Ё-моё, так давайте нашу ульту заюзаем. И что-то я сделал, но пока не понял, что именно. Но пока что пойдет, пока что мне реально нравится. У нее также, ребятки, дальность очень хорошая. И это на самом деле топово. А ну-ка идите отсюда, на нафиг, на, вон там просто всех взрываю, отлично, нади вам, получите. Так, а ну-ка, ну-ка, на, получи, 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 хорошо, прям забрали тоже. Давайте нашу ульту вот так вот сделаем. А, все, я ловушку типа поставил, и смотрите, да, не взрывается там, все, я понял, ребятки, топово, топово, да, мне нравится, мне нравится. У нас, ребятки, опять же, больше всех кристаллов, это что-то прям, мы с вами основные сегодня держатели кристаллов, получается, да? А ну-ка, получи, Шелли, хорош, так, давайте туда сейчас закинем нашу ловушечку и начнем стрелять в нит. А ну-ка, иди отсюда, куда ты там вообще идешь? Спокойно, 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 я один остался. Так, ладно, забираем все кристальчики, все, ребятки, 10 кристаллов, и пора отсюда, короче, валить, нафиг, все, до свидания. Я пошел их удерживать, хотя, ребятки, нам же нужен экшен. Давайте мы сейчас туда кинем бомбочки, так чисто начнем расстреливать всех. Хорошо, ребятки, всех чисто забираем, найс. И да, мы с вами победили. Я, ребятки, реально рад, бойцы, которыми сегодня попадали, реально топовые. И мне, в принципе, они, правда, очень нравятся. Ну что ж, для косты, естественно, поставил нашего нового бойца, ребятки. И на этом, пожалуй, мы сегодня с вами завершим. Всем большое спасибо за ваш просмотр, с вами был я, Твикли, это была игрушка Бравл Старс. Подписывайтесь на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы новые видосики не пропускать. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. Я не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч, друзья.